Всем привет! Сегодня я хотел бы поговорить с вами о таком проекте, как SprintX. За идею проекта взята очень распространенная проблема – поиск инвестиций для стартапов, пока еще неизвестных и неопытных стартаперов. Все мы знаем, что эта проблема задевает практически каждый проект, и далеко не каждый руководитель имеет представление, как справиться с ней. Платформа SprintX разработана для решения данной проблемы, причем поддержка будет направлена на проекты на платформе блокчейн. Поддержка будет осуществляться не только в помощи поиска инвестиций, а также советами и оптимизациями развития проекта. Какие же преимущества у платформы SprintX? Первое – это обеспечить разработку новых ICO. Также это включить токены ICO коммуникатор SwitchX и активно продвигать и участвовать в запуске новых ICO. Разрешить автоматическую разработку смарт-контрактов на платформе эфира. Также это дать индивидуальный совет и также это банковские объекты для конвертации криптовалюты в фиат. Еще одна – это включаются дебетовые карты пользователей, которые будут автоматически привязаны к их балансу шифрования. Также клиенты могут получить доступ к платформе с помощью холодных и горячих кошельков. Еще одно из преимуществ – то, что на платформе есть советники и эксперты в области ICO. Платформа будет использовать интеллектуальный генератор контрактов, который поможет стандартизировать шаблоны и персонализировать их для запуска ICO. Функции и характеристики генератора интеллектуальных контрактов включают в себя стандартные и простые для персонализации шаблоны. Также может автоматически развертывать смарт-контракт без вмешательства людей и возможность тестирования смарт-контрактных функций до запуска ICO. Какие же преимущества платформы SprintX для предпринимателей? А преимущества для предпринимателей такие. Это создание смарт-контракта и блокчейн. То есть пользователи SprintX будут иметь возможность создавать исполняемые контракты с использованием технологии блокчейн. Еще одно преимущество – это автоматическая интеграция на обменник, когда предприниматели создают свой ICO с платформой SprintX, они могут автоматически включать свои токены в SwitchX, которая является биржей, которая в свою очередь является частью платформы. Также это доступность банковских объектов, которые могут быть использованы для преобразования в фиатные деньги. Банковские лица, являющиеся стороной платформы, представляют необходимые разрешения и юридические аспекты, чтобы пользователи могли использовать свои дебетовые карты для конвертации криптовалюты в фиат. Вот это кошелек SwitchX. Ну, то есть, как я и говорил, можно использовать цифровую валюту или фиат в качестве формы оплаты. Платежи можно совершать даже платежи, не прибегая к другому посреднику. Очень удобно. Дальше у нас идет дорожная карта проекта. Это к мая до 2000. Заканчивается ICO. Дальше у нас показана цена. То есть за один эфир мы можем приобрести, нам дадут 1112 токенов SprintX. Минимальная покупка это 0.15 эфира. Куда пойдут средства от продажи токенов?
65% будет в публичной продаже. Также дальше представлены члены команды SprintX. Каждого можно почитать в соцсетях и ознакомиться подробнее. Переходите и читайте. Также помощники, консультанты. Так, предварительная продажа начинается уже через 5 дней. И бонус будет целых 25%. И на предварительной продаже минимальный объем закупок 0,5 эфира. По моему мнению, проект имеет все шансы на развитие и рост. В будущем он обязательно займет свою нишу и будет спросом как со стороны стартаперов, так и инвесторов. Он даст толчок молодым стартаперам, чтобы начать свое дело. Так что я думаю, стоит поддержать такой проект. По моему мнению, он очень крутой. В описании я оставлю ссылочки на соцсети и их официальный сайт. Если захотите ознакомиться поподробнее, переходите по ссылочкам, изучайте, читайте. Также у них есть white paper, можно почитать его. Также ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами. На этом канале мы будем разбирать только самые перспективные SEO. Всем пока!